Я жительница города Минусинска, Зимина Наталья. Я хочу задать вопрос по поводу нашей протоки. Раньше протока являлась зоной отдыха для горожан, и мы отдыхали и купались в данной протоке. Сейчас раньше протока являлась зоной отдыха, и горожане там отдыхали. Сейчас протока загрязнена и не убирается. Вот хотелось задать вопрос, будет ли наша протока являться местом отдыха для горожан, когда ее будут чистить?